Кино на ТВ-РУС. В нашу сборную по хоккею приглашен новый главный тренер Кравцов. Кто? Ну ты что, Денис Кравцова не знаешь? Ты должна сделать с ним интервью. Ни за что. А почему же? Терпеть не могу хоккей. Вы что, с ним знакомы? Были. Давно. Материал должен быть готов ко 2 января. Все. Здравствуйте. Чтобы не терять время, может быть, мы пока что-то в общих чертах? Хорошо. Вы теперь знаменитая журналистка. Вы так хорошо знаете женщин. То, что знаю, хватило вот так. Не иначе вас кто-то из них обидел? Не иначе. Ну что, так простите, не можешь? Привет. А я из соседней квартиры. Ах, вот оно что. Выходит, мы теперь соседи. Меня зовут Денис. А меня Ляля. Привет. Ты? А ты кого хотел увидеть? Вообще-то соседа. Это что, получается, что ты Лялина мама? Ты наш сосед. Это ты мне сегодня снился. А что я там делал в твоем сне? Был моим папой. «Снежная любовь» или «Сон в зимнюю ночь». В воскресенье на ТВ-РУС.